на зелень. Зеленый лук – частый гость на нашем столе. Мы его едим и в чистом виде, и используем как приправу. Какое наслаждение сорвать ранней весной пучок зеленого лука. Лук на зелень я выращиваю семенами. Посев провожу ранней весной. Прежде чем приступить к посадке, грядку обрабатываю и удобряю. Удобрения вношу в основном натуральные – компост, перегной, зола. Сею на глубину 1,5 см, расстояние между растениями 4 см. После посева закрываю грядку укрывным материалом. Первые ростки появляются через 2-3 недели, и в дальнейшем прополка, полив и подкормка по мере необходимости. Лук на зелень я выращиваю следующих сортов. Шашлычный. Средне-ранний, холодостойкий. Образует пышный куст. Перья высокие, темно-зеленого оттенка. Имеют пикантный, умеренно острый вкус. Нравится тем, что даже при нехватке влаги и питательных веществ растет и сохраняет изумрудный цвет. Лучок на пучок. Ультраранний, холодостойкий, неприхотливый сорт. Зелень можно срывать уже через 40-50 дней. Листья сочные, нежные, полуострого вкуса, не желтеют весь сезон. Нравится еще и тем, что формируют небольшие луковички, которые отлично подходят для консервирования. Зеленое перо батун. Отличается высокой урожайностью, листья крупные, сочные, острого вкуса. Уже в конце июня достигает высоты 20-30 см. Хорошего вам урожая и удачи! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.